приехал вот сегодня понедельник, 11, по-моему, декабря, на Александерплац. Магазин Макс, Нетто, Декатлон, Примарк. Ну, много чего тут есть. И хочу вам показать, вдали вон люди спят. Укрылись одеялками на матрасах. На улице минус один. Ветерочек холодный, пронизывающий. Люди вот спят здесь, и там вон очень много людей. Это у нас центр Берлина. Просто так вот информация, как живут люди, это стиль жизни, или они хотят так, или у них денег нет, вот у них житие ихнее. Вещи стоят, на них птицы сидят. Ну так вот народ живет. Поэтому, ну, хочу сказать, здесь в Берлине вот это вот такое место, я не везде, конечно, был, вот это одно такое место. Нравится нам магазин Примарк, очень недорогой, там всегда много людей, вот, все есть, вещи иногда хорошие, недорого, ну, есть, конечно, вещи и недорогие, и плохие. Поэтому, ну, сейчас пойду в Декатлон. Вот Александерплац, почем узнается, по вот этой башне. Называется телебашня Александерплац. Здесь вот так вот на улице растения. Ну, сейчас холодно, не знаю даже, кто тут может кушать. Вот написано Александерплац, Убан. Убан — это подземное метро.